Министр иностранных дел Франции, который сейчас председательствует в Евросоюзе, заявил сегодня журналистам, что ЕС может принять санкции в отношении России. Еще два дня назад, говоря о ситуации на Кавказе, Бернар Кушнер исключал подобную возможность. Теперь он предупреждает Москву, что реакция Европейского Союза будет жесткой. Мы рассматриваем возможность санкций и других мер. Я не хочу предвосхищать эти санкции, поскольку саммит еще не начался, но мы обсуждаем это сейчас со всеми нашими партнерами по ЕС. Мы постараемся выработать жесткий документ, в котором оценим ситуацию как неприемлемую для нас. Сергей Лавров, комментируя информационным агентством в Душанбе это заявление французского коллеги, сказал, цитата, «Я впервые слышу о санкциях». Михаил Саакашвили отказан в участии в предстоящем внеочередном саммите Евросоюза. Он пройдет 1 сентября и будет полностью посвящен ситуации в Грузии, а также политике ЕС в отношении России. Пригласить грузинского президента на встречу европейских лидеров пытались Польша и страны Балтии. Но нынешний председатель ЕС, Франция, заблокировала эту инициативу. Однодневный саммит продлится всего 3 часа, при этом за столь короткое время должны будут высказаться главы всех 27 делегаций.